Всем привет, мы на канале Мистер Денис. Сегодня будем играть в гигантскую игру опять. Только гигантская игра с заданиями. До старта, до финиша. Если вы попадете на челлендж, то там, вот там сзади, что-то написано, только я вам не поглядываю. Вы все увидите. А это это означает вопросик, то это нужно это называется наказание, друзья. Вопросик такой, это называется наказание. Ну все, во всем поняли. Ой, чуть не забыл. А если вы попадете на клетку такую, то вы пойдете по стрелкам. Ну все, вам все поняли. Ну теперь играем. 4, 1, 2, 3, 4. Ну, это тоже челлендж. 3, 1, 2, 3. И я попал, чуть не забыл. Это проходка, то вы пойдете вот этим. И вы узнаете в конце. 5. 1, 2, 3, 4, 5. И я попал сюда. Только скользко немного, и мне попалось 3. 1, 2, 3. Немножко скользко, друзья, но я хочу поиграть. Опять 5, да что такое? 1, 2, 3, 4, 5. Мимо челленджа, мимо наказания. Ну, вы знаете уже такие стрелки. Так, 1. 1 всего лишь. Только не попасть вот это, честно. Чтобы я не проиграл. 2. 1, 2. Текс. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Мимо вопросика. Такая называется наказание. 3. 1, 2, 3. Ну там нет, друзья, шучу, там вопросик. Видите? Не знаю. Ну-ка. 6, 1, 2, 3, 4. Осторожно. Там ведь это 5, 6. Мимо вопросика. Так. 3, 1, 2, 3. Поберегитесь, тут стрелки туда. 2, 1, 2. И мне попалась челлендж. Откуси еду. Ну все, я пошел есть. Вкусная еда была, друзья. Ох, я уже поел, теперь приступаем к Кубику. 1. Теперь пик. 5. 1, 2, 3, 4, 5. И я выиграл опять. Ну все, поставьте лайки и подпишитесь на канал. Много лайков, чтобы я видел канале. В этом. Не, это просто канале. Так, ладно. И много подписчиков, чтобы у меня был праздник. Всем пока. Объедение было.